Рособорнадзор сообщает о сроках подачи заявлений девятиклассниками на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в итоговом собеседовании необходимо подать не позднее, чем за две недели до его проведения, то есть до 30 января включительно. Заявления подаются учащимися по месту их обучения. Итоговое собеседование с 2018-2019 учебного года введено для выпускников девятых классов как обязательное. Его успешная сдача будет являться для них условием допуска государственной итоговой аттестации. Результатом собеседования может быть зачет или не зачет. Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году 13 февраля. Для выпускников, получивших не зачет, либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни 13 марта и 6 мая.